нас делегация растет. Все под контролем. Меняем дислокацию, да, Мер? Проминай стопы, да, проминай, проминай, прям на пятки как бы додавливай. Вот туда, да. Чё? Все-таки полегче, да, помягче, не на брусчатке. А то на асфальте, на бетоне там жестковато. А мы тем временем возвращаемся на маяк. Маяк, маяк, маяк. Полчасика перерыв, Мир, да? Заминочка обязательно. Лето, жара, Мир, можно сказать, да? Да. Я тоже так думаю. Доброе утро. Доброе утро. Очередное тренировочное утро. Теперь рано встаем, да, Мир? Да. В 6 часов. Сегодня, правда, запоздали минут на 15, да? Ну ничего. 6:15 стали. Что у тебя сегодня на завтрак? Нет. С ягодами, что ли? С какими? Сейчас. Прикольно. Вам приятного аппетита. Приятного аппетита. Что у тебя такой, Мир, рыба, что ли? Какая это? Дара, да? С салатиком, да? С сметанкой. Ох, краш. Съездили к остеопату. Немножко нас поправил дядя Дим, да? Да. Вроде немножко получше, посмотрим. Как что будет. Ну ладно. Так, что у нас тут, Мир, сегодня? Нас тут... практически Цезарь. В чем практически Цезарь? Как ты меня сейчас звала, как ты рассказывала? Как в ресторане. Как в ресторане. Тоже готовила? Да. Молодец. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Ты не помогала, Васян? Mm-mm. А что ты делала? Мой дети смотрела. Ясно. Пумочки, пумочки. Что у нас, Цезарь, ты с чем хоть, Мир? С курицей, что ли? С креветками. Ух, чё. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. И вновь доброе утро. Доброе утро. Погодка у нас вроде ничего, разгулялась все-таки, да? А тут дождички вчера вечером намечались с грозишкой. Приятного аппетита, мам, тебе. Спасибо тебе. Сегодня у нас каша, у меня с бутером. У тебя, Мир, с чем? Тоже с бутером? Спасибо. Класс. А у тебя, мам, с чем? Тоже бутербродом. С бутербродом. Бутербродом. Ясно. Супер, чё. Сейчас поедем разминаться.
Левой ногой тоже бам. Правый хорошо проталкивается, левый слабо сейчас. Дострелю, переделай, пожалуйста, выпрыгивание. Хочу, чтобы обе ноги работали. Обе ноги. Досаживайся, доталкивайся. Колено, носок. Да, правый хорошо. Плечи не задирай. Только руки. Делай сразу двойные потом. 20 двойных и 20 перепрыжек двойных. Давай без поясницы, поменьше садись, ложись туда, поменьше вот этого ложись, вот сюда, сюда, в ноги, хватит ложиться. Чё, мало тебе спина болит? Болела. Ровней, просто ось, как карандашик, раз-раз в разные стороны. Карандашик, только докручивай, да, лети больше. Ещё раз, хорошо, ещё, давай, время мало, хватит, не спим. Включаемся. Лев 3, поехали. Это хорошо. Это научились таки. Еще раз. 5 влево тебе. Хорошо. Еще разок, хорошо. Спину поднимай правильно. Хорошо, и третий раз. Стой. 1-1-2. Вот так. Все хорошо. Поехали. 3 напрыжки, 5 акселей. Давай 3 двойных тулупа, потом тройной будет. Хорошо, только чуть наверх поднимай себя. Не просто в пролет, а еще и наверх. То есть траектория должна быть вот такая. Не просто параллельно, как говорится, полу, а вытянутой наверх. То есть ногой свободной. Рывок наверх-то делай, чтобы ты наверх пошла, а не только просто в пролет. Да.
Старайся одним движением как больше, то есть руками помогай. Левый тяжелый, правый тоже. Бам! Во! Хорошо. Тройной пробуй. Шайбы 1000 лет не работали. А надо бы иногда. Нет, сейчас ты просто соскочила с нее, ты наверх не прошла. Должна подсесть и выйти. Ногу ближе ставь к себе. Еще нет, ты слишком далеко она у тебя. Она должна на полупальцах стоять. Вон та нога имеется в виду. На шайбе, которая. Чуть носик свисать должен. Вот здесь тебе потом выходить, потому что нужно будет с этих мест. Давай, 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 еще, подбирай, не бойся. Не бойся, руками раз тебя и вкручивай, как в дупе. Хорошо, хорошо. Последний раз. Еще ближе ставь. Кость, носик, еще. Вот здесь хотя бы, да, чтобы у тебя там шайба, она как бы такая, да. У тебя не конек немножко. Молодец, молодец, ничего. Хорошо. Так, 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 давай просто Ридбергера поехали, 3. Подбирай себя лучше. Раз. Подсесть и бум. Хорошо. Теперь Ридбергер 2. 2 подпрыжки. Даже в 1 2. Хорошо? Пробуем вот так. Раскрутка, это, конечно, все хорошо. Да. Хорошо. Так, флип, давай, давай. Нет. Надо ловить шайбу. Я понимаю, что на полу как бы классно все прыгать, как бы надо на шайбе успевать ловить. Да. Уже лучше. Тяжело, знаю, что когда после пола на шайбу встаешь, надо там еще успеть поймать и крутку шайбы, как оттолкнуться. Это как прыжки с трамплина. Нужно вовремя успеть толкнуться. То есть у тебя скорость горизонтальная, а ее еще надо толчком в вертикальную перевести. Давай, давай, ногу за себя туда, как бы оставайся. Летим мы туда, то есть, да, но остаемся здесь. Только это все порезче, то есть раз, и вышло, поняла? Давай, давай, дупель, тулуп, все, делаем. Ничего, еще разок, сразу делай. Нет, стоп, уже. Заходи. Мягче. Хватит просто пыжиться. Легкий он должен быть. Тебе не надо уже сейчас напрягаться. Ты его докрутишь легко, если правильно сделаешь. Корпусом проработаешь. Давай. Вспоминай. Хорошо. Хорошо. Попу тоже подтягивай. Еще сразу поехали. В другую сторону, в обратно просто делай. Попу втягивай себя, вытягивай себе струночку. Так гораздо легче будешь прокручивать, чем выставляешь ее. Вот. Да. Хорошо. И сальхов теперь вспоминаем опять. У нас теперь техника новая, новая старая называется. И пойдем уже, у нас осталось 10 минут до льда. Нет, ты сначала дошла, потом прыгнула. Ты должна как бы мах сохранить, то есть нога у нас оттуда выходит вот сюда как бы сразу. То есть мы еще не довернули, у нас такой раз пошел прыжок. А ты сначала встала, то есть одно движение должно быть. Ты же на льду будешь дугу вырезать-ка? Будешь. А здесь сначала дугу дорезала, а потом прыгнула. Нет, надо все вместе делать.
Да, вот это хорошо уже было. То есть мы же отсюда мах должны же сделать как-то. Так что я тебе все объяснил. Ты должна просто понимать, что ты делаешь. А не бездумно делать, как бы, абы как. Пошли. Попочку старайся чуть вперед подавать туда, ага. Вот, выравнивать телкой. Небольшой перерывчик у нас тут перед растяжкой. Решили немного поработать над спиралями на балансировочном круге, чтобы стопа прокачивалась. Пока-пока. Плюс баланс. С нового сезона вообще в произвольных программах у нас дорожки шагов не будет, сказали. Будет только спирали. Да. Поэтому нужно крутые спирали уметь делать. Классные кораблики, кантиливры. То есть это все нужно делать уметь. Видишь, ушла на внутреннее ребро сильно. Не уходи, держи баланс. Корпус, не тянись к ноге. Ногу к себе. Вот видишь, да-да, не уходи. Не уходи, да, ни в коем случае на внутреннее, то есть сейчас не завалю. Опорное колено старайся тоже выпрямлять чуть-чуть. Только стопа как бы регулирует нас, да. Вот, хорошо. Мир, что у вас сейчас? Растяжка. Растяжка. Сейчас я. Давай как следует тянись там, ладно? Угу. И запоминай. Важно не чтобы вас тренер растягивал, а важно, чтобы ты научилась растягиваться. Чтобы ты все поняла и запомнила. Чтобы ты потом в любой день могла сама тоже растягиваться. Понятно? Давай. Ну что, второй раз пришла? Ну, что забыла-то? Смотри, Мир, тоже на раскатке. Видишь, они тут друг за другом. Все пошли в надежду, что у тебя хлеб в руках. Видел, Мир? На раскатке. Гори на раскатке. Ты что какая тут? Ну, запнулся раз, что бывает. Я уже забыл про это. Куда? Вы откуда и куда? Потом меня метнули, спросят, где был? Скажу, гусей пас. Класс. Это лава. О, Мир сразу в лаву. И Полина тоже. Я одна не в лаве. О, все в лаве, что ли? Мы должны ходить. Мы не должны стоять на этом месте. Хочу ходить-то, если вы в лаве. Доброе утречко. На-на. Че, как дела? Хорошо. Рабочая неделя подошла у нас к финалу. Да. Точнее, еще к
завершению. Ну как не совсем, совсем, может быть, с воскресенья. Да, воскресенье. Но воскресенье начинается, имеется в виду новое, да, у нас как бы неделя готовится. Поэтому сегодня у нас выходной. Да. Это значит, у нас оладьи кабачковые, правильно? Да. Со сметаной. Хоп. Плюс у нас сегодня термолен, 2 часа бассейн и бань, наверное, ну 2-3 там где-нибудь посмотрим. И куда-нибудь поездка погулять. Верно. Это хорошо. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. А это у нас супер блюдо от мамы. Насушила вам тут, да? Яблоки с орешками. Яблоки с орехами, да? Вкусно? И с медом. Ага. И с медом подсказывают нам суфлер. Из суфлерной ямы. Смотри, мне тоже попробуй. Чё ты вообще? Куда ты собралась? Какой номер играет? А? Или так себе? Где серия? Наверх. Веселая. Чего она? Дюдюка. Кто-кто она? Дюдюка. Дюдюк, ты. Не хочешь играть с Васей? Ну что, как банька, Вася? Нагрелась? Пошла купаться? Ну давай. Как вода? Теплая? Ой, вообще огонь. А, качи. Хорошая вода, да? Травяной это сегодня жарко было, не? Да? Отлично. Сатуськи. Как дела, мои сладкие? Хорошо. Классно? Да. Сейчас плавать пойдем. Да. Ну не можем мы без бани, друзья. Обязательно банька у нас, как бы это святое. Как дела? Хорошо. Хорошо.
Класс. Мироль, ну что, сегодня ты куда? На гулянку. Царицына. Куда? В Корицу? Царицына. А слово царь, что? Нет. А какое слово-то? На карту мира? Или на контурную карту? Знаешь, что такое контурная карта? Нет. Ну, в школе география будет, узнаешь. Ну что, красивенько там, на первый взгляд, как? Да, красиво. А? Красивенько. Тебе, мам, как зовут? Пока нравится. Да? Тебе, Васян? А мне тоже очень нравится. Еще сейчас до белок еще догребем. Да. Можно идти. Сандалик удобно, нормально? Да. Слава Богу. Че, мам, все косишь? Мама Миры. К чему подготовимся? К более объемной программе. Объемной программе. Обширной. Мир, ну что, безэмоциональная какая? Я. Устала? Нет. Что ли? Нет. Нормал? Васян, у тебя как дела? Хорошо. Нормально? Старшая! Где ты? Что ты такое у тебя в руке, например? Орешки для белочек. Орешки для белочек? Да. Ты уже приготовилась? Да. Ничего себе. Васян, давай, ты будешь следопытом, ищи белок к нам. Хорошо? Угу. Найдешь? Да, тоже с орешком. Давайте
Да не надо больше пока. Ну все, все, у нее не хватает это места в лапах. Пока не надо. Дайте мне телефон. Смотри туда. Я тебе скину, подожди. Все, угомонись, у нас же не одна белка еще. Привет, орешки. Белочки, смотрите, белка. Какая красота. Ага, зарыла, все. Не надо, Вася, он больше не кидает. А, вот нашла. Нет, кто-то есть, не хочет орешки. Подожди, Васяныч. Да, тихонечко. Она их зарывает. Кого? Орехи прячет. Сейчас дай спрятать ей. Да, и потом прячет. Сейчас зарывает, все, раз, убрала. Сейчас зароет и опять придет, возьмет. Только надо тихо, спокойно. На, держи, иди сюда, садись. Тихонечко только, тихонечко. Сейчас спрячет, она еще придет, возьмет. Она прятать пошла. Она супер, она прячет. Пока я бежит, прячу. Сейчас придет. Давайте, у кого возьмет? Давайте, у нас три руки сейчас будет. У кого возьмет? Сейчас обратно прибежит. Детский не хочет. Ротиком взяла. Она забрала. Она. Давай, Мир, иди, тихонечко. Сейчас она спрячется, садись теперь ты. Жди. Садись, жди, все. Прикольно? Да? У тебя клевые белки? Очень, да? Очень. Вообще классно, да, когда ручные такие животные вроде, да? Должны бояться, они такие подбегают, я с рук беру. Опускай руку ниже. Господи, боже. Поэтому не ешь. Оставляй белкам там. Да. Давайте еще эту покормим. Угу. Чуть-чуть подойди сюда. Жена, как тебе белки-то? Вообще классные. Понравились? Да, очень. Стоило такие же. Ради белок. Да, полуручные. Они бесстрашные. Да, вообще. Прям как кто? Ты бесстрашная? Да. А ты, Мир, страшная? Нет. Или бесстрашная? Бесстрашная. Базян закрыл, да? Весь? Нет. Успел снять? Конечно. Только она прячет.
ладошки кукожите, она так и сделала, так что она прям видела орешек. Да не, слез один, да. По традиции, да, Мия? Что там у нас по традиции? Мороженое? У тебя, Васёнка, тоже по традиции все? Ага. А? Да. Да. Ну и финальная у нас на сегодня это примерка школьной одежды. Ну что там, идете ли? Сейчас. Ничего себе, какие большие, это, да? Это 27. Хотя такие огромные, да? 27. Ну ладно, это мы еще с обувью разберемся. Ну, костюм отойди немножко назад, да? Очень красиво, мне очень нравится. И мне. Угу. Давай сейчас вот эти еще посмотрим, как они еще видят. Походи. Мне тоже нравится. Все нравится. Сваливаются, да? Обувь не большая. Ну, ваточку подсунем, и нормально. Мы раньше так делали. У нас не было такого выбора огромного. Велики чуть-чуть, ничего, ваточку раз там в нос. Нормально. Не, ну класс, класс. Сегодня у нас воскресенье, это у нас теперь новый начало рабочей недели. Всем передаем огромный-огромный привет. Привет! Всех обнимаем. Спасибо, да, за поддержку. Канал наш развивается, мы развиваемся. А как будет дальше, будем смотреть, да? Да. Главное ставить цели, не забывать про мечты глобальные и идти вперед, делать свое дело, как говорится. Все, всем пока. Пока. Обнимаю.